Ну да, где-то, может быть, не настроились, но главный тренер сразу сказал перед игрой, то, что игра не будет легкой, они побегут, будут кусаться. Но мы знаем это уже, мы с ними играли в Питере, одну взяли, а другую там тоже проиграли. И как бы мы уже готовились, то, что будет тяжело, так и получилось.